Все желающие смогут начать грядущие выходные с велосипедной прогулки. Маршрут массового велопробега, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет от улицы Николаева до Певческого поля. Во время мероприятия будет перекрыто движение транспорта. С 9:30 до 11:00 автомобили не смогут проехать по проспекту Ленина. Улицам Карла Маркса, композиторов Воробьева, Ярославская, дамбе Чебоксарского залива, исторической набережной и Красной площади. Объезд будет организован по улицам Энгельса, Ярославская и Президентскому бульвару. Остановки для автобусов городских маршрутов на этот период разместятся на улицах Энгельса и Ярославская. Гимназия номер 2, медсанчасть МВД, фирма «Питание».